Вызов на дуэль и обещание директора Росгвардии Виктора Золотова сделать из Алексея Навального отбивную получило продолжение. Сам Навальный сейчас, напомню, находится в СИЗО и не может не только ответить Золотову, но и даже увидеть обращение. Зато в социальных сетях многие уже вызывают на поединок самого Золотова. «Новая газета» даже нашла прекрасное место для дуэли. Это дом в Барвихе, он занимает 90 соток и, по данным издания, принадлежит сыну Виктора Золотова Роману. Эта недвижимость оценивается примерно в 700 миллионов рублей, по информации «Новой газеты». Роман приобрел ее, когда ему было 23 года. Возможно, там даже есть бассейн. И он бы пригодился, если бы директор Росгвардии принял вызов бронзового призера чемпионата мира по плаванию в категории «Мастерс» и волонтера штаба Навального Виктора Солдатова. Впрочем, Виктору Золотову теперь может пригодиться много новых, совершенно неожиданных навыков. В соцсетях набирает силу хэштег «Золотов челлендж». И вот что предлагают чиновники-россияне, включая того самого солдата, о котором я уже упомянул. Я хочу тебе показать, например, да, как будешь ты выглядеть на моем фоне в бассейне. Да? То есть ты будешь выглядеть просто как килька в томате. Ты будешь как селедка под шубой на моем фоне. Потому что я разделаю тебя как настоящий кит-убийца, как дельфин, как кто угодно. На улице заметно похолодало. И я не нахожу ничего, кроме как обвинить в этом Виктора Золотова и вызываю его на дуэль в крестике-нолике. Виктор Золотов, я вызываю вас на бой на бровях. Настоящим оглашаю, что я вызываю господина Золотова на поединок. Кто дольше протянет на горохе? И давайте мы вместе посмотрим, кто из нас шут гороховый, а кто царь горох. We'll be right back.